Все, вот эту кусьмяру берем и разрезаем на две части. А, да, еще вот этот тоже кулончик уберем. Все. Потом разрезаем на две части. Чем больше куски, тем интереснее, ребят. Засолка будет вкуснее. Если покупать такие кусочки сала в магазине, берете побольше, чтобы интереснее было. Все, вот такие вот кусочки получаются. Красивые, да? У меня вот такая дозочка стеклянная. Вкладываем. Можно сперва по низ, можно наверх все это сделать. Ну, сделаем так. Одну ложку берем сахара. И пару ложек соли. Это я ложу на низ, все перемешиваю. Она потом влагу вся возьмет. Не думайте, что там пересолить или что. Да, надо знать меру, конечно. Вот, все это перемешаем хорошо. Затем укладываем на дно. Не шкуркой, а вот именно аккуратненько так. Дозочку подбираю подходящую, чтобы красиво и удобно было. Затем опять же я беру чашечку и также одну столовую ложку сахара и две, ну, две с половиной, у меня не сборка, соли. Да. Все тоже перемешиваю. Хорошенько перемешиваем. Отрезанные кусочки можете где-то воткнуть. Если немного рыбы, на уху маловато, вот так самый раз. Все перемешали и опять посыпаем. Кто-то говорит, что это северный рецепт, ничего особенного. Все делают просто солью, но сахар тоже консервант и тоже дает очень интересный вкус. Все посыпали, просыпали. Не надо никакого рассола, лишняя влага уйдет и будет очень вкусно. Все, ребят, все это уложено. Затем это ставим все в холодильничек или на улицу. Это все просаливается буквально очень быстро. Лишняя влага уйдет. Берем, сливаем, посали опять. Если опять влага, сливаем. Тогда у вас получится очень плотная, вкусная, не сильно соленая, аппетитная рыбка.